Братья дорогие, приветствую вас. Меня зовут Юра Давиденко, я один из пастырей Киевских церквей. Только что мы загрузились у Павлика Журавля гуманитаркой, яка пойдет для психоневрического диспансера. То, что вы прислали, оно настолько необходимо и настолько оно вовремя, то я благодарю всех немецких братьев, которые поучаствовали именно в этом пожертвовании. И просто слава Богу, братьям нашим, все, что нужно, вы сделали. И то, что нужно, вы прислали, оно все качественное, все очень необходимое для нас сейчас в это время. И мы просто благодарны Богу за вас. Пусть Бог вам поможет и благословит. Сколько людей находится в психбольнице? Больше 200? Ну, больше 200 человек где-то, да. Братья, это благодарность там еще в складе есть. И сразу хочу показать вам, как работают там и кормим людей. Уже очередь разошлась. Ну вот так. Брат Юра, благодарим тебя сердечно. И пусть тебя Бог благословит и сохранит дороги.